Что бы в этой жизни вы ни делали, вы подыхаете, вы все подыхаете. Подохните, ты трупы, все вы трупы. Холо, амигос. Особенно всем тем, кто ждет каждую серию ДС-очки. Сегодня, значит, как я и говорил, придется пойти в туман. Свалить в туман. На входе в этот туман уже пятна крови как бы намекают, что ничего хорошего тут... О, он уже где-то даже дубину раздобыл. С ней помер. Не помогла, видать. И тут туман стал еще сильнее. Казалось бы, охренеть еще больше от того, что ничего не видно невозможно, но... Игра решила переплюнуть даже Silent Hill. И, в общем-то, ей тогда вот конкретно в этой локации получилось, но... Что это, я дорогу нашел? Ну, я думаю, даже если здесь дорога есть, то идти по ней не стоит, потому что пройдешь мимо лута сразу. Ага. Я вернулся. Вот пока что я вижу первую тень. Вот она. А, но почему-то я бью только деревья. Ненавижу растения. На. Стоит отобрать у игрока возможность брать цель в цель, как начинается совсем другая игра. Жестокая и беспощадная. И это прикольно. Это напоминает немножко привидений Ван Орландо. Только не так хардкорно. Древняя Норландо я смог пройти только когда одел супер тяжелую броню. И привидения просто перестали меня дамажить. Это чар дерева. Оно что-то мычит, когда его бьешь, но что это дает, я не понимаю, скорее всего, ничего. Самое стрёмное, это когда эти призраки бэкстабят, а они могут. Где-то тут этот Вангерал или Венграл, как его? Угу. Человеческая фигурка. Ага, вот и Венграл. Ништячно, ништячно. Вон она. Обмотанная, может быть. Вот это дух чей? Игрока или агрессора? Потому что здесь есть пятна крови, здесь кто-то помер. Венгарл. Сначала он говорит, оставь меня, я люблю тишину, а потом говорит, ой, мне так редко удается с кем-то поговорить, зашибись, что ты зашел. Чай, кофе, шутка, у меня только голова, ничего налить не могу. Давай показывай, что продаешь, может у тебя есть ароматные ветви? Я, кстати... обезглавливание, жест, никогда не говорил. Я, кстати, никогда не приходил к нему с вот этим двуручным мечом, все так любят ходить, я так понимаю. Это просто большой меч, си-си. Никогда не приходил к нему после того, как заполучал его шмотки, убив его тело. Может, он что-то дает? Интересно, кто ему голову отчекрыжил и почему не умер? Опа, шлем. Он дал мне свой шлем. Непонятно, как он мне дал, если у него нету рук. И это, по-моему, единственное, что было ему нужно, ведь от него осталась только голова. Farewell.
Видно, что он сошел с ума. Вообще-то раньше этот шлем хер добудешь был. Я добывал его шмотки, а шлема у меня не было. А теперь шлем где-то в жопе находился, по-моему. Напишите, всегда ли он давал свой шлем сразу. Возможно, что вот надо было в его шматье прийти, и он давал тебе шлем только тогда. Это версия моя, как вы поняли. Так. Здесь на самом деле до хера чего интересного лежит. Опа. Где? Я кувырок его услышал. Здесь на самом деле с двуручником нормально рассекающим. Пошел нахер. Какой-то новый значок появился после того, как я его шлем надел. Я прочитаю про свойства этого меча, как только избавлюсь от этого навязчивого ублюдка. Так, шлем что-то дает. Блять, да не снимай же ты его. Шлем носил свирепый Венгарл из Фароссы. Судя по шлему на поле боя, Венгарл едва ли отличался от бешеного зверя. Ну и что он дает-то, а? Вот что он дает? А, это был эффект от удара. Фиолетовая капля. Это я уже иду на выход из этой локации, по-моему. Ага. Но здесь есть и плюс. Здесь есть костер. Что это сидит такое? Очередное привидение. Здесь они тоже теперь будут? Убрали этих египетских воинов с аракхами, что ли? Все заселили этими уродами. Да, опыта за них дают, хоть жопой ешь, конечно. Ну что, надо обратно в туман возвращаться. Там ништяки лежат, которые нельзя оставлять на поруганье. Надо все забрать. Куда они прыгали опять? Что за секта групповых самоубийств тут на каждом шагу, а? Я обалдею, во, люди играют, похуй, лишь бы прыгнуть в никуда. Души, человечность, похер, прыгаем. Смотрим, что будет. Как у Неста забавно пьет, наливая его в пасть своего шлема. Этот ублюдок постоянно норовит зайти сзади. Каждое привидение это просто минус Эстус. Слава богу, что их здесь не так много. Здесь, по-моему, меч, кольцо солнца, по-моему, лежит, что ли. И кто-то тут сдох. А, кольцо Кларанти плюс один. Кто-то так бежал к этому сундуку, что... Блять, вот кто и как тут сдох. Ах ты наглое уёбище. Ну да, понятно, все открыли инвентарь, начали надевать кольцо, блять, и получили пиздюлей. Ой, ёб твою мать. 10 тысяч душ, нахуй. Ёбаная ты мразь, а. Пиздец. Да. Блять. Может хоть какое-нибудь кольцо тут есть, чтобы лучше видно было, а? Хоть что-нибудь. Душ за призрака. В принципе, не так уж и много, учитывая, как они жопу рвут. Пошел нахер, бублик, подождешь. Паузы в игре нету. Каждый раз, когда хочется зайти или выйти, я подрываться никуда не буду. Тупое животное. Но
Из-за того, что они такие прозрачные, даже не видно, когда они помирают. Собственно, здесь и осталось только что кольцо солнца найти, и все, больше, по-моему, ничего особо прикольного здесь нет. Чего он меня херачит так? С такой скоростью понять не могу. Прям кромсает. Да. Блять. Как часто тут с какими-то людьми пересекаешься? Вот в первом Dark Souls уже, наверное, чертовски скучно играть. Я думаю, что кольцо пердела уже не актуально, потому что у меня много фигурок человечности. Я просто буду ее восстанавливать, когда будет нужда. Итак, что еще здесь есть? Вообще больше здесь ничего интересного нет. Было время, когда я тут все обшаривал. Больше ничего интересного не помню. А вот если сдохнуть здесь и потерять свои души... Назад хрен найдешь. Кто-то дамажит дерево стоит. За каким-то хреном. Господи. Ёб твою мать, сколько их там сбежалось. Ну его нахуй. Надо сваливать. Что за кольцо чистой лазури? Вот это я что-то впервые вижу, по-моему. Бэньк, только арбалетные болты там в деревья втыкаются за моей спиной. Где я, блядь? Сука, включите свет хотя бы. Где у меня противотуманки? Ура, пошел в жопу. Ну, нахрен. Я так понимаю, что на герое висит аура того кольца, который он надел последний. Что за реклама «Мир кожи и меха», ёптать, стоит. Так, что за глазурное кольцо? Ускоряет использование заклинания. По-моему, так раньше кольцо горы выглядело. Не знаю, что это такое. Ну и заклинаний у меня нет. Мне такого не надо. Так, кто-то говорил, что у меня есть прах, который можно сжечь в мандуле. А, это, что-то у меня эстус что-то совсем мало лечит уже. Надеюсь, что кто-то был прав. Кстати, варганианца сет, он, походу, тоже тяжелый, да? Здесь кроме фраама и доспеха этого черного дракона, видимо, нету больше нормальных вещей. А, да, есть очищенный костяной прах. Мне так нравятся люди, которые видят, что у меня в инвентаре есть лучше, чем я. Но я как-то действительно не обращаю внимания. По-моему, флягу можно улучшать до плюс 5, и на новой игре плюс у меня этот костяной прах уже просто валялся. Можно дать ей осколок фляги очередной. Это круто. А вот та бабенка, которую я сбагрил свои шматье. Вот видите, какая красотка теперь. Раздевайся. Ей можно еще снаряжение отдать. Зачем? А, как будто это какую-то невидимую карму повышает. Не знаю. Сомнительно. Почему ты до сих пор обычные заточки продаешь? Может, мне надо обычных купить, чтобы она ассортимент обновила? Да, кстати. Пока не забыл, надо купить стрел. Как их? А, вот, пойдем. Штучек 100, жалко, что не отравленные. Так, усилить оружие. На что я могу? Усилить свой меч. Да, у меня есть большие осколки титанита. Обломок даже есть.
А вот двух обломков нету. Да, этот меч со мной надолго, и это очевидно уже. Что менять его даже не на что. Даже примерно ничего даже близкого по статам пока не попадается. Ну вот молот мастера, конечно, может. Это, конечно, другой базар. Так, где я остановился? А где мой последний телепорт? Как он выглядел? То самое место, откуда я сюда прилетел, оно где? А, вот оно. Да. Ориентироваться в этих картинках. Лучше все-таки какое-то подобие карты нарисовали. Так, мне просто интересно, кем они заселили эту локацию? Неужто тоже привидения? Потому что львы тут раньше были просто жопоразрывательные, но медленные. Поэтому легко убивались. Просто отходишь от них, он делает свой медленный замах. Получает тут же в пачку. Ну еще, конечно, здесь урна с проклятиями стоят просто повсюду. Раньше там стояла пучеглазая гигантская лягуха, теперь никого. Что это изображение только что замылилось? Статуи-то львов остались. Причем смотрите, что за ним сундук. Я не могу почему-то разбить этот камень. Тут где-то перед сундуком лев стоял, но в сундуке лежали какие-то лохмотья этих львов. Так, сначала направо. Не-не-не-не-не, блядь. А чё, а мне похуй, у меня же не было человечности. Блин, я кое-что забыл купить, на самом деле. Учитывая, что здесь вполне себе безопасно. Мне нужен был один предмет. На новой игре, кстати, вот эти взрывы прям решают. Когда тебя зажимают, взрыв срабатывает. На количество съеденного дамага. И отбрасывает врага от тебя. Обломок титанита, окаменевшая кость дракона. Офигенный сундук. Так, а вот это же видно, что иллюзорная дверь, нет? Ха. Так, минуточку. Снова в мандулу надо слетать ненадолго. Ой, а как сверху забрать? Лутецкий. Угу. Где-то алебарда темного рыцаря еще хранится. Да, но это явно не она. Блин, причем вот когда летел туда, была мысль. Я ж что, на левел-то душ не потратил. Я, блин, хотел кольцо это купить. Пока восхищался прахом и лишней бутылкой Эстуса, кольцо как-то выпало из поля зрения. Ну давай, беги, ёптель. Кыс-кыс-кыс. Купить. Вот эта тема, которая нужна один раз за игру, как ни странно. Может, они теперь что-нибудь сделали, и она постоянно срабатывает. Так, а где жесты здесь у меня были? А. Помахать. Я на взводе. Хорошо. Так, хорошо, сменить на обезглавливание. Вот классный жест. Ну,
Однако. Угу. А, жест нашего тренера сборной по хоккею. Кстати, проклятие, по-моему, человечностью-то не снимается. Вот в чем самая отстойность. Вот этот двуручный меч у Венграла кто-то купил. И ходит теперь без щита. Потому что весит он хрен знает сколько. Все, кольцо куплено. Сейчас. Сейчас все будет. Возможно, даже успею Нашку замочить в этой серии. Она вроде не такая сильная. Вообще, когда я проходил игру в первый раз, самым сложным боссом мне показался гниющий, которого даже помощники не помогали убить. Настолько он был сильнючий и злой моб. Босс, блин. Магический болт. Офигенно. Никогда не находил нормального арбалета в этой игре. Причем даже из души босса можно сделать лук, но не арбалет. И это странно. Есть в игре арбалетные болты, даже со свойствами. Но стрелять ими вообще не из чего. Проклятие, тысяча чертей. Огненная бабочка, факел. Ага. Да. В помойке мне все это пригодится. Опять проклятие, да. Эта локация просто бич человечности. Камень Фароса. Вот она, что здесь. Вот это, сука, сучья проклятущая урна. Может помочь дальний бой. Может помочь чего? Помочь остаться без помощника на бой с Нашкой. Может помочь не получить тебе кольцо в награду. Блять. Ёб твою мать, как он, сука, залез в этот угол. Блять, ублюдище ебаное. Сука, аж бесит, блять, а. Говнище, блять. Бердыш тьма, блядь. Какой нахуй бердыш тьма. Вау. Дамаг-то знатный у бердыш тьма. Но я уже говорю, что алебарда в этой игре просто сущее говно на самом деле. Так, а что здесь? Ага. Окаменевший опять стоит. Ёб твою, блядь. Где столько ветвей-то набрать? Многие, вернее, я, как и многие, поначалу сделал этого скорпиона. Я думал, что он на меня нападет. Порвет мне жопу сразу. Здесь, наверное, надпись, что может помочь кольцо. Да чем мне тебя бояться? Я тебя пиздил, пизжу и буду, блин, если... Когда кольцо дашь, я тебя вломлю обязательно. Вот здесь речь идет о Нагом Сити. Он родился с пороком и создал нас. Тыры-пыры, в итоге он сбрендил. Я знаю, где уж господин сдох, как сволочь последняя. Убей мою невесту. Вообще, я заметил, что путь к некоторым читерным шмоткам теперь закрывают закаменевшие статуи. То есть, если я раньше, допустим, мог прибежать здесь, схватить алебарду темного рыцаря. Не тьмы, а именно темного рыцаря. Беспрепятственно просто хапнуть. То теперь мне нужно найти ароматную ветвь для этого и разморозить этого говноеда, который там стоит посреди дороги, и еще и убить его.
Так, ну сюда я иду не последний раз, мне еще за награды возвращаться, поэтому вот тогда этого мандавошника и убью, у которого заточки выпадают. Никуда он, блядь, от меня не денется, говнюк. Так, и что у нас здесь есть интересного? Ага, а вот и Минотавр. Ну давай попробуем. Видали, видали, сколько снес? При этом он дико медленный ублюдок. Что, конечно, позволит от него отбежать, полечиться. Вот так и живем. Из-за убийства такого сильного животного всего 400 душ. Угу. Вот раньше их тут просто много было, прям до хрена их тут стоял. Теперь они как-то все больше замороженные стоят. Зачем он стоит над трупом, в котором даже лут не лежит? Опять ключ камень Фароса. Чё них тут наложили-то? Лучше бы веток ароматных накидали, раз такое дело. А этот аж золотой. Что-то я таких не видел еще. Золотой, не золотой, разницы-то никакой. Убивать его долго, скучно и опасно. Ароматная ветвь. Шлем львиного воина, вау. Что-то действительно новое, нет? Ёпта! Шлем? Это шлем? Это скорее намордник какой-то. Чё дает? Такие шлемы его. Ага, клан льва живет обособленно. Они не имеют дела с людьми. Более того, убьют любого, кто осмелится к ним приблизиться. Народу из клана льва противен их собственный облик, поэтому они не позволяют на себя смотреть. Уменьшает урон от падений. Охеренно. Я знаю, где это поможет. Да еще с колечком. Ух. Это будет тема. Клад впереди. Какой тут клад-то? Еще один уродец. Честно, он мне нахрен не нужен. Надоело. Главное, не видеть, чтобы они не видели, что ты на них смотришь, тогда они не агрятся, походу. Вот тут раньше был, типа, босс, по-моему. Ну да, пучеглазая лягуха огромная стояла. Блять, я тебя не заметил, сидишь тут. Демон, блядь. Это налопнуло, интересно. Орнифекс зовут птичку, которая квакает. Опс. Опасно, опасно, опасно. Пойдет. Я бы выпил человечность, если бы здесь не стояли эти проклятые проклятые урны. Не помню, что здесь наверху. Но может что-нибудь положили. Нового хренового. Это что за урод? Это же Крейтон, что он тут делает? Эй, придурок. Он на входе вообще сидел вот там, на перекрестке.
Получается, за Крейтон... теперь можно призвать Крейтона в бой с Нашкой, что ли? Ее что, усилили, что ли? Если два помощника сразу теперь. Душа отважного воина. Все, нихера тут больше нету. Нифига себе, Крейтон. Снычковали его. Я представляю, где теперь Пейт тогда стоит, блин. Так. Здесь, вот здесь каменный лев преграждал путь. Ничего не изменилось, плюс еще эта жаба ебаная. Там, я вижу, сидит привидение, а за привидением ничего нету. Ну и нахер, значит, пусть идут. Тут-то они на дороге хоть никого не наставили. Вот что-то не помню, чтобы такая игра света и тумана здесь была. Что-то много здесь понаписано. Осторожно зад, осторожно перед. Пожалуй, использую-ка я себе восстановленца. И вот, смотрите, что в итоге здесь. Оп! И он теперь призывается на бой со Скорпионом. Кстати, он ее мочит, дай боже. Прям вообще валит. Здесь кто? Зейн Клин. Нафиг. Ага. Так, Крейтон все-таки не призывается нигде, да? Так, сколько у меня порошков починки? Это, кстати, что такое? Золотая смола. Не то. Монастырский талисман. Не то. Блин, жалко, тут с боссов лут не падает. 4 ключа камня. Доказать с помощью хозяину. Знак... Откуда он у меня знак верности? Я же никому не помогал. Так, порошок починки-то у меня есть. Порошок. Ага. 3. Я просто не знаю, половины меча мне хватит на бой с этой дурой. Да должно вроде. Классный вид. Ладно, давай, манда, сразимся. В нечестном кумите. А чё это так деревьев тут наложили? Та-дам! Началось, ёпта. Уязвимый зад, говорят. Вранье какое. О, мать твою, это еще что? Хуйтина вообще. Как же быть? Ёб твою медь, ты чё, охерела? Так, блядь, Альбус Дамблдор не кастовал никогда. Причем у него хвосты-то разные. Один толстый, второй такой. Для баланса, видимо. Только не магию, только не магию, что угодно. Блять, и вот желательно не вот это. Тоже говно еще то. Я, кстати, первый раз играл, без всяких подсказок догадался, что надо здесь стоять. Ну, тут не надо особо гениальным быть. В принципе-то. Чего она дерево-то не сломала? Дальний крюк клюшкой неплохо. Что у нее теперь? Не отрубаются эти, блядь, конечности ее сраные?
Что это она делает? Оу. Ха-ха. Такая мясная вырезка у нее теперь там болтается, блин. Ну, давай, приди, возьми. В общем-то, у нее самая жесткая, это магия ее, на. Без нее-то она говно. Ну вот и сдохни. Просто взял и заспамил эту тварь. Знай наших. Душа скорпиона нашки. Чего? Блять, а чё за лут-то был? Ёб твою мать, что там было? Это я, походу, узнаю только на видео, когда паузу успею поставить. Дерьмо. Нечто. Слава... Чё, слева сундук? А, слава сундук. Какой? Слава не сундук. Слава, чувак из пельменей. Какой сундук? Чего сундук? Лжец, лжец, что лжец? Ага. Там, наверное, написано призрачная стена где-нибудь, просто я не все надписи вижу. Да, кишечник, конечно, вот здесь знатный нарисовали. Где костер-то, ёпта? Сука, мало босса убить, еще со слоном подраться надо, да? Благо, что зверина-то неповоротливая. Как к огню испытывает искреннее равнодушие. Смотрю, мало дамага, так понимаю, нашу. И меч, меч вот-вот сломается. Сука. Что делать? Грим согрелся? Согрелся, блядь, паскуда, тварь. Ну, садись, садись. Да, пошел в жопу. Fuck you! Отлично. Значит, да, ну, по-любому в Мандулу я улетаю. И еще на этом заканчивается серия. А, на рекламе топора бандита. Так что что-нибудь пишите. Жмите на какие-нибудь рекламки. Кинжал вора. И до связи.